Дайте вон тот сборник, да? Вон тот, там у меня тоже писано. Таня, цыгань, вон, вон второй, вон давай, второй. Не, не здесь, не здесь, первый ряд, второй. Известной пещере такое обычное дело. С тех пор та табличка нет места для черни. 2000 лет провисела. Кормушка скота называлась ясли. В нее положили младенца. Кончалась ночь, небе звезды угасли, укрывшись за их полотенцем. Младенец родился, ликуй Вифлеем, дом хлеба во все времена. Пещера безвестная, чудный Эдем, в ней точи сильны рамена. Потом это будет в далеком потом. Потом это будет в далеком потом. И новая эра, и храмы покажет жилье с бессловесным скотом. Египет и смертные раны. Пока только ангелы знают об этом и частью сказать пастухи. Потом будут книги в восторге поэта о том, кто прощает грехи. Младенец родился, ликуй Вифлеем, дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный Эдем, в ней точи сильны рамена. Младенец лежит пеленами повитый, обласканный матерью девой. И в страхе один разворачивал свитки и все истолковал влево. Тут камень уже и рукой отрывало от чрева, что шире небес. И рушились троны, и гибли валы, победный воздвинулся крест. Все вместе, младенец родился, ликуй Вифлеем, дом хлеба во все времена. Пещера безвестная, чудный Эдем, в ней точи сильны рамена. Когда-то вон Бурину бросит поля Марийским бушланой миг. Но срочной депешей зовет святый Осип, хлеб жизни родился, аминь. Младенец родился, ликуй Вифлеем, дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный Эдем, в ней точи сильны рамена. Младенец родился, ликуй Вифлеем, дом хлеба на все времена. Тихо, осторожно, не помешайте мне. Так, отодвиньтесь подальше, чтобы вам руками не шевелить, не пугайте. Вот он мне был, какой бабул здесь. Потихоньку. Давай, давай, вот они какие хорошенькие. Ой, какой красавец, коричневый. Ну, что такое? На, как уже. Давай кверху. Подожди, давай кверху, кверху, давай. Давай, оп, кверху, сейчас я его подниму, он не знает, как туда попасть. Ну, подожди. Вот он где, мой хорошенький голубок. Ну, пойте, вы не отвлекайтесь. Мы заниматься уже хотим. Ну, попойте пока. Ну, занимаемся, ничего страшного. Давайте, читаем, пусть он читает. Господи, благослови. Ну-ка, давай. Разговор пошел. Вот он так. Давайте.
хорошенькая. Еще одна гуля. Гуля. Это гуля. Гуля. Смотри. Такой самый породистый. Вот он где. Давай. Ну, кого она напугалась-то? Бывает так. Вот, один дал моду, теперь все полетели. Что это за моду вы придумали, а? Вот он где. Ну ладно, гули-гули-гули. Они сигу голоса мои. Не то, что руками на столе не шевелите только. Гули мои гули. Да хорошие мои гули. Вон куда полетели они. Сейчас мы их подержим. Гули, гули, гули. Римлянам 1 глава, 6 стих. Предыдущий стих. Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя его поклялись в вере все народы. 6 стих. Ну давайте, ешьте, ешьте. Вот они. Народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Давайте. То есть первые стихи, они длинные. Толкование большое, хотя стих небольшой, а толкование оттуда их нельзя. Очень глубокое. Мне недостаточно, наверное, там будет. Ну-ка, подожди-ка. Давайте. Ну, мои гули хорошие гули. Сейчас я попрошу. То есть получил апостол Павел дар благовествования, дар апостольства, благодать и апостольство, чтобы во имя его поклялись в вере все народы. Ой. Какие народы? То есть предложение очень длинное, глубокое, его никак нельзя сократить. Когда вот говорили о конспектировании текста, обычно этот текст читаешь, и главную мысль можно записать и сконцентрировать в нескольких словах. Здесь вот я сколько читаю его, предложение длится, и оно одно за другим взаимосвязано. Не бойся, не бойся. И оторвать нельзя смысл. Вот они мои головы. Я маленький рост, не могу достать здесь. Народы, между которыми находитесь и вы призваны Иисусом Христом. Народы, да. Где вы находитесь? Вы находитесь. Призваны Иисусом Христом. Все. Ой, моя хорошая гуля, я ее за пазуху сразу. Вот она у меня как. Ну, это хорошая моя гуля. Она никогда никуда не пойдет. Учитывая это призвание Иисусом Христом, то есть где собраны, что такое церковь? Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посвящен. Собраны. Собраны, то есть призваны. Кем? Богом, Иисусом Христом. Да мои хорошие. Мы взаимосвязываем два стиха. Не шевелитесь, не мешайте им. Здесь сокрушает высокомерие римлян. Кто такие римляне? Это язычники, которым апостол Павел благовествовал и пишет это письмо. И именно римляне ему отрубят голову. Вот она у меня под животом, под рубашкой сидит. Его не смогут распять, потому что он римский гражданин. А такое смерть, он может умереть. Она первый раз здесь. Это смерть почтенная. Первый отрубление раз головы. Народа Божия. Причем отрубать голову пора. Знаете, конечно, занятия идут. Но это и занятия идут. А вы мешаете. Простых как был. Сейчас я успокою. Да ничего, пускай. Все, причем занимайтесь. Смерть тоже разная, отрубление головы тоже по-разному. Есть отрубление простому человеку, это вот так отсекали голову. А есть смерть, когда протыкали именно позвоночник. То есть это более почтенно. Это смерть воинов была. То есть сзади подходил воин и ему протыкал верхний позвонок. То есть он стоял на коленях, а сзади это была самая почтенная смерть, как у самураев харакири. То есть ему давали возможность умереть такой смертью. Гули, гули, вот. Гули. Хорошие мои гули. Римляне были высокомерные. Ну и не зря. Почему? Они владели миром. Хорошие вы не больше гули. Получили, чем прочие народы, над которыми вы почитаете себя владыками. Они владыками себя почитали над народами. А как он их сказал? Он назвал их всех язычниками. Римляны, не римляны. То есть, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Кто вы? Римляне вы находитесь. А мы об этом даже не забываем, что вы. То есть, послание к римлянам, значит, он пишет к римлянам. А вы между ними и находитесь. Вы все одинаковые. Перед Богом вы все грешники, язычники. Вам общее название. А вы думаете, что вы там кто-то, великие какие-то римляне, владеете миром, управляете. Иудеи тот же самый. А тот же самый иудей тебя и не почитает, и не считает вообще за человека. Потому что ты для него язычник поганый. А он иудей, он знает закон Божий. Те тщеславятся своим, а эти тщеславятся другим. И апостол Павел не излагает их, вот это тщеславие и гордость, словами именно тем, которые, между которыми находитесь и вы. Это очень неприятно, когда тебя с кем-то смешивают. Ты индивидуальный, тебя надо почтить, похвалить, а он тебя вот так. Между которыми находитесь и вы.
вы не больше получили, чем прочие народы, над которыми вы почитаете себя владыками. Почему? Как проповедуем прочим народам, так и вам. Это уже идет толкование, я читаю, для Филакта Болгарского. Никому не выходить, не точно, обязательно кидать надо. Это самое опасное, что для них есть. Только сказал, не надо, никогда не перекидывали, сейчас сразу какое искушение. Ни одного движения не делать лишнего. Они захвачены врасплох. Я их поймал, пока там передавил, пока принес. Пожалейте их. Вот эти две маленькие, заметьте, они сбоку стоят, пугливые. Это голубки, их мало. А вот это все четыре самца. Разные цветы, и вот этот лопоухи, лопоноги. Ах, какие они все. Потом выйдем на улицу, я покажу, как они крутятся. Выпущу. Ну все. Живой уголок. Скажи, о чем речь идет? Послание к римлянам, 1 глава, 6 стих. Продолжение длинного предложения о том, что Господь даровал апостолам дар благодати дал им и апостольство, чтобы во имя его покорять вере все народы. А так как он пишет к римлянам, он низлагает их гордость и говорит, что между которыми находитесь и вы. То есть вы такие же все язычники были раньше, но призваны Иисусом Христом. Вот об этом говорит толкование. То есть вы... А ты когда первый раз считал, вот я какие мысли возникали? Вот как-то я даже ролик выставил, мы находимся в Гилевке, и родители вот Витином фотографируют. Я говорю, вот вы когда идете, видите дома, никуда не отвлекайтесь, спокойно сидите. У вас какие мысли? Ну никакие, мы тут живем. Я говорю, а я вижу дым и пыль до неба. Близко не подходите к ним, голубям. Как все сгорает, все рушится. Я живу в этом ожидании уже 70 лет. И по милости Божией Бог отодвигает наказание. То, что вытворяется, что убивает друг друга, какой идет обман, разврат. Как можно терпеть всемогущему Богу, который, ну всего ничего, там плод не с того дерева взяла и весь род приговорил к смерти. Здесь миллиарды смертей каждый день от Бога. Как это не понять-то было? Я вот на все это смотрю и вижу, вот оно возмездие рядом. Для меня это неожиданностью не будет, если сегодня ночью нападет Китай и двинется все, и Россия вся исчезнет. Я этого жду. Почему? Я знаю закон Божий. Если Израиль терпел, Бог терпел, почему нас он больше времени будет терпеть-то? Считай. Для благовестия избрал. У меня мысль такая, что священники не читали про это? Сейчас один пишет, знаете, я так занят, и мне требы исполнять. Я в этом нахожу счастье, ему требы исполнять. Причем тут не дерись, это не по-христиански. Тихо, не живи, не живи, не задевайте его, успокоиться. Он наводит порядок. Он самый старший здесь, он лишь говорит, вы слушайтесь меня. Вот так. Давай. Вы не больше получили, чем прочие народы, римляне, над которыми вы почитаете себя владыками. Почему? Как проповедуем прочим народам, так и вам. Не тщеславьтесь же, римляне. Я добавлять буду римляне, чтобы яснее было это все. Иначе и вы призваны, иначе и вы призваны, благодатью предупреждены, они сами пришли. То есть, опять же, упор делается на призвание. То есть, не сам захотел и пришел. У нас часто говорит, сотвори себя, сам сделай свою жизнь, все сам. А на самом деле Господь делает. Он призывает, лечит. А мы просто либо отвечаем на его призыв, либо не отвечаем. Чаще люди не отвечают. Вот объяснение 6 короткого стиха. Что тут добавить? Дальше пойдем. Римлянам 1.7. А как оживотворить это на сегодня? Слово Божие живо и действенно. Как сделать так, чтобы этот стих заговорил с нами? Чтобы мы почувствовали ущерб от того, что этого стиха не знали сегодня. Как больно будет мне в конце жизни, что если этот стих не воплощу в жизнь. Вот как надо рассматривать. Тогда Слово Божие заговорит с нами. Я сейчас приду домой, скорее еще раз перечитаю и быстренько пробегусь по своей жизни. А так ли я поступаю? А этот стих выполнен мной или не выполнен? Бог-то будет судить меня по слову своему. Написано так. Я говорю слово. То есть все, что говорено по всей Библии, Бог пройдется по каждому стиху. А как ты поступил? Это откровение, доступное для человека. Но еще больше было что-то, потеряно многое. Но этого достаточно. Чтобы увидеть, действительно ли мы слушаем Бога. И это надо представлять себе, как я на суде Божьем сегодня. На суде Божьем.
И как этот стих по мне прошелся? Он какой след во мне оставил? Как он отобразился? Как я изменился, познав этот стих, впустив его в самого себя? И тогда Слово Божие заговорило. И я когда буду читать в следующий раз, я буду знать, это родной, близкий мне стих. Это голос моего Бога достиг меня. Вот как считать надо-то. Мне это положено было в день, когда я обратился. И для меня голоса мира исчезли. Вот в момент, когда я обратился, в это время я занимался на 7 языках. Газеты читал, там книги, готовился выехать за границу. Этих благоглупостей у меня полно было. Но я вот обратился к Богу. И приезжают люди, у кого я на квартире там, когда с корабля сходил, останавливался. И мне они говорят: Миша и Аня, ну выйди, братик, ну поговори хоть с людьми. Это, ну, и люди из Москвы, там, из Ленинграда. Мне никого не надо. У меня Библия. Как сейчас помню, я ушел в лес, ушел далеко, буреломом, где никого нет. И один. Вот приближается вечер, это завтра тоже выходной у меня. И чтобы мне не ходить назад, я решил остаться в лесу. Залез на березу, как шимпанзе, свил гнездо. И там сижу, чтобы не упасть, там, ну, так, привязаться к дереву надо. И вот начинается из распадка туман, ночью поднимается. Это не каждому удавалось видеть. А я один, у меня Библия, прижала их к себе, и утром только восход. Я помолился, опять Библия, один в лесу. Ну ты найди таких чудаков. Но я не выкоморивал, я этим жил. Для меня, ну, не было другой жизни. Вот Слово Божие настолько обильно мне Бог дал. Вот я работаю на стройке, строгаю там полы вручную, рубанок. А у самого места Писания вот это вот, а к римлянам сказал. А как бы я это услышал? Я в римской общине. И в это время я услышал от Павла. Пошел бы я за ним или не пошел? Попросился бы я или нет? Вот. Прихожу вечером домой с работы, а хозяйка спрашивает Анна Матвеевна Еремеева: ты, братик, пообедал там? Веришь, нет, я столько вместил в себя, не могу вспомнить, ел я или не ел сегодня. В самом подлинном смысле. Я не знаю, да ты, как же так-то ты? А где ты был? Да я тут у одних тут познакомился, верующий, я приду, у них ребятишки, чтобы не мешали, я на пол лягу, меня не видно-то, и читаю Библию. Только, сестра, скажи, когда мне бежать на работу, чтобы я не... У меня весь белый свет исчез. Осталось одно, голос моего Бога, Бог заговорил со мной. Я его так искал, так жаждал, так собирал по крупицам, по атеистическим книгам вырезал. Сегодня ходят, были в общине, куда-то пошли, в мир, в секту. Я этих людей вообще никак не понимаю. Понимаю, что ничего не было. Нельзя уйти от Бога. Нельзя, если ты полюбил его. Я понял, за мной сожжены все мосты. И вот какой бы стих ни читали, я в Коринфской церкви, это Павел мне говорит. Я смотрю на общину коринфских христиан, как они отреагировали. Пошли или нет, он говорит, о благодеянии вашем по всей Ахае известно. Я услышал первый раз. А что это такое? А это милости не давали. А сколько надо? Я ко всем братьям там. А латыши и братья-то? А я по-латышски уже начал, там 3 месяца не прошло, я уже старал понимать и разговаривать. Да это вот они давали, это десятина была, и десятина, да вот некоторые у нас многие не отдают, говорят много. У меня так все внутри, как это огонь полыхнул. Для Бога много. Господи, я хочу отдавать больше. Я порешил с первого дня, 9 десятин отдавать буду. 9. 100 рублей заработал, 90 отдаю. И помню, как сейчас это баптисты, 50-ники, они вошли. И между собой говорят, у нас, говорит, такой маленький сбор был, я на корабле работаю, деньги хорошие. Откуда, говорит, у нас такой сбор пошел, говорит, невиданно большой. А я как получаю, там, трубочку свернул, ну, тройка какая-нибудь, не видно там, отдал и все. И не то, что я отдавал, и ущерб, а мне радостно, что меня не узнали, и от меня Бог принял. Одной работы не хватает, я сверхурочное беру, мне не хватает этого. Будет хватать, Господь говорит, у тебя будет все. А на что бы ты хотел, твоя жизнь была похожа? Я не слышу голос, внутри голос говорит, я с кого-то должен образ писать-то, ну не с Ленина же, не с Маяковского. И вот у кого я обратился, Михаил Александрович, это Шолохов, тоже Михаил Александрович, запомнит легко, Еремеев-то. И у него отсюда едут гости, все время он, Господи, мне бы такую жизнь, как у него. Скажи, сейчас в конце жизни, сейчас рассматриваю, как один к одному отпечаталось. Бог меня сразу услышал. Такая же жизнь, такая же жена, все такое же, вот, как будто бы... Копирочку взял, Бог сделал, ты просил, я тебе дал. Старик, сидит старик у камня, задумался о чем-то.
чуть ниже под ногами, речушки, тихий шепот. У меня стихотворение есть, в 62-м году, кажется, написано. Это я написал о себе, что у меня будут тюрьмы, аресты, все это прошло позади. Я вспоминаю, как это было, как нелегко. Господи, какой я счастливый, ты позволил мне за тебя раны принять. Вот я был в 5 тюрьмах, в лагере, который называли лагерем смерти, там трудно было выйти живым. Ты мне позволил, ты оказал мне благодеяние, Господи. Вот для всех сделал совсем. Я был у православных, я православный. Мне не пришлось среди мусульман быть, а старообрядцы, знаете, я старообрядец. Баптисты говорят, это баптист, наш брат. Я у пятидесятников, они говорят, это наш брат. Для всех сделать совсем. И я не то, что, а узнал, и мимикрией заниматься. А это, естественно, так дано мне, чтобы людям всем дать понятие истины. Вот почему, считая Слово Божие, я думаю, этот стих мне родной или нет? А если он во мне еще не отобразился, я по нему не жил, то пугаешь. Почему? Почему? Вплотную к столу не подходите, чтобы не напугать. Вот как. Игнатий. Говорят, так у вас тоже слабость есть, голуби? Есть, конечно, я человек. А в Царстве Божьем они будут? Конечно, будут. Будут. Сам Дух Святой будет напоминать, что он в виде голубя был. Я агнец закланный. Уж я знаю, что ягненок и голуби будут точно. Дивный Господь. Вот понял стих? Тогда ты будешь запоминать. Я не запоминал, оно у меня внутри как апофеоз всему, что я слышал. Я с римской церковью, и Павел нам... Я сразу спросил, а где Павел? Да он говорит в Ефесе. Пойдемте к нему. Я мысленно прохожу это расстояние, шагаю, я так воображал. И я пришел бы к Павлу, упал и... Брат Павел, возьми меня с собой на благовестие. Да ты не знаешь, куда просишься, меня в тюрьму возьмут. Брат, я хочу с тобой быть. Я вот это... С первого дня положил. Я пройдусь с тобой, Господи, как тебе угодно. И по-другому я просто и не понимаю, как. За мной горят мосты. Я написал одно стихотворение. Назад возврату нету. Я знал, что мне назад вот так, как говорят, колбасить не придется. Меня Бог просто убьет сразу. Так много и он дал. И что сейчас священники ропщут там до патриарха? Для меня это никакого значения не имеет. Я со Христом. Я в церкви, там, где есть священство, епископат и прочее. Так вы патриархии. Мы не патриархии, но патриархия благодатная. Я не хочу с ней быть, потому что оно все на лжи строится у них. Вот поэтому. Но я помогаю везде. Читай. 7 стих. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Толкование. Не просто всем находящимся в Риме, но дополняет возлюбленным Божьим. Откуда же видно, что они возлюбленные? Из освящения. А святыми называет и всех, называет всех верующих. Вот, святыми называет всех верующих. То есть, каждый из нас это святой. То есть, мы святые. И ценность ближних у нас должна быть как ценность святых людей. Не просто святой на иконе, вот повесили икону, вот это святой. А я, да мы там не святые, мы грешные. Это не точность, это неправильно. А святой каждый из нас. И вот любовь к ближним, это любовь как к возлюбленным святым. Вот, водички, попейте. А святыми называют всех верующих. Прибавил также. Призванным, то есть опять укореняя в памяти римлян благодеяние Божие и показывая, что хотя бы между ними находились и консулы, и префекты, но Бог всех призвал тем же самым призванием, каким и простолюдинов, одинаково возлюбив и осветив вас. Вот действительно, Игнатий спросил, а что ты думал? Вот я не думал над этим вопросом, но сейчас задумываюсь, что Рим это была управляющая нация, это элита мира была. И вот эти префекты вот эти были у них, там консулы, сенаторы. А Христос же ко всем явился, и сенаторы могут также обратиться к Богу. И может быть кто-то был из высшей элиты там во Христе, показывают там Кама Гридеш, они тайно идут в Риме куда-то прячутся. И не показывают себя, кто они есть. Боясь. Тут еще вопрос. Если бы сразу пошли евангельским путем, вот церковь-то, да разве к такому могли подойти, там, мусульманство и прочее-то?
Я вот читаю про Магомета, ну, основатель ислама. Какой он хороший. Какой он справедливый, какой он ревностный. Это Моисей настоящий. Он мечом прорубался везде. Но ему христиане-то не встретились. Он был пророком, одним из самых, может быть, последним действительно пророком был бы. Ну почему у него встречи не пошли? Вот житие святого Макария Великого. Второй Макарий, там Александрийский. Это 19 января, там житие на 30 страниц у каждого. Едут они переплывать там надо реку, стоят на пароме. А рядом два сенатора, вот я о сенаторах начал говорить-то. И они смотрят на них, как они одеты. Если бы они были благовестники, тут бы разговор-то какой был-то. А сенаторы-то хорошие, но неверующие. А это авы монастырей. Подходит и говорит, отцы, какие вы блаженные. А он умница, Макарий-то. Слово Макарий переводится блаженный. Он говорит, мы действительно блаженные. Это наше имя. А вы... Что у вас есть, вы все потеряете. И они оба согласились быть монахами. А ведь оба-то могли стать бы благовестниками. Дальше-то почему жития святых не договаривают-то? Да не пошли бы в пустыню. Вот Андрей Кураев об этом пишет. В 632 году Мухаммад умер только. Ну, возьмем раньше, там где-то в 570-м родился. Ну, то рядом прям с Макариями-то всем. Ни одного человека не послали за 600 лет к ним туда. 600 лет, как один день. Да это 600-то лет, так они, может быть, про них не знали. Как не знали? А налоги-то с них как брали? Византия-то их все подневольные. И, наконец, встретились где? На полях сражений. Насколько этот Мухаммад был справедливый? Захваченный делил пополам добычу. У кого жена умерла, это осталось, а его убили. Бери вторую жену. Почему жена должна страдать? Ну, вообще-то, если по-человечески так рассудить-то. Почему? Вдовы остались... Мужики одни в деревне, ну так, по ночам какой мужик бывал плодливый, там у нас один был, от него, кажется, у семерых баб, ребятишки-то. А это по закону 4 жены. Но если бы Мухаммад подольше пожил, он бы, может быть, 44 разрешил. Но он закон, ему 4 было же, он 4 разрешил, бы 3 разрешил, 3 разрешил. Он по самому себе как бы брал. Но справедливо же это. Если было у Якова 4 жены, почему у Мухаммада не может быть 4? У Якова же мы считаем его святым. Две жены, две наложницы. Ну, вот просто давайте маленько отвлечемся. Закона Христова нету. А что препятствует? Мужчина-то, это не женщина. Женщина что, она забеременела? Ну и не прикасайся. Что засевать, когда посеяно поле, уже всходы пошли. А мужчина-то разницы нет. Сегодня одна, завтра вторая. Вот почему их много, почему они здоровые такие. А тут так, объявили монашество. Монашество в таком виде, которое народ не знает. Иначе бы этих монахов живем съели. Так если... О какой демографической проблеме они говорят? Это слово поганое. Патриарх говорит об этом. Когда сами насаждали монашество, а монашество это бесплодие. Какая демография, когда монашество под корень это все отрубило? Мухаммад это дело другое. 4 жены, много ребятишек, Индия настоящая. Но если есть Бог Христос, то другие заповеди тогда. Но он-то не признает. Я всегда понимал, нельзя двойной...